на радио «Комсомольская правда» вот 20 марта, то есть сегодня, вышла такая статья в 4 утра. Загнали и запаяли. Стоянов объяснил, почему выбрал костюм банана для участия в «Маске». Полюбившийся зрителю участник шоу «Маска» Юрий Стоянов рассказал, почему выбрал для проекта костюм «Банана». Как оказалось, при выборе Стоянов руководствовался исключительно его простотой. «Я выбирал самый легкий костюм. Листаю, мать моя, у одного задница приделанная трехметровая, и еще и на роликах. И не валяшка это. Я думаю, это будет наконец-то клаустрофобия. Тебя загнали в аппарат МРТ. И еще и запаяли», – пошутил он. Увидев желтую кожуру, Стоянов решил, что именно то, что нужно. Тогда он еще не знал, что именно этот выбор и станет непоправимой стратегической ошибкой. Вот. А в другом ролике я говорила о том, что ему было плохо, дышать нечем было в этой маске, но он справился. Хорошо выступал. Интересно выступал. Все думали, что это Буйнов, но оказался Стоянов. Он же может, юморист, может пародировать любого, и поэтому ему было несложно. Ну, несколько песен я смотрела, было интересно.